Стой, стой! Что? Нельзя же кататься на коньках по квартире! А что это такого? Что это такого? Я взял, одел коньки, потому что вот уже там снега навалило, морозик берется, я катаюсь! Нет, 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 стой, стой, стой! Что? Морозик еще мало берется, это раз, а во-вторых, нужно на коньках кататься в специальных местах! Какие? На каких? На катках! Ого! Да, специально делают катки возле школ. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. А вы что, не катаетесь дома в квартире на коньках? Нет, конечно, нельзя. Ты же все попортишь. Вот ковер попортишь. Это же тут даже не сходит. Подожди, а я думал, это вот так, а где на катках? На катках. Еще специально... А в ледовом дворце можно кататься? Да, вот там вообще можно кататься. Там вообще не холодно. Так, да. А вот скажи мне, пожалуйста, да. А можно мне тогда, если вот взять на коньках, вот, на озеро пойти кататься? Ты что, нельзя ни в коем случае. Чего нельзя? Можно же провалиться. Куда? Вниз туда, под лед, да. Под лед? И замерзнешь сразу. Дети, ни в коем случае нельзя. Я не буду кататься. Ни на речке, ни на какие, ни на пруды нельзя ходить. Я не буду тогда на озере кататься. Не на речке. Я буду кататься. В ледовом дворце. Вот ледовом, молодец. Вот на залитых спасателями участках. Там вот такие вот квадратные коробочки. Какие, да. А еще, Зоня, мне вообще так нравится. Зимой вообще кататься на коньках. А еще я люблю кататься. На чем? На лыжах. На лыжах. Сейчас пойду лыжи возьму, буду кататься. Подожди. У нас, во-первых, чтобы кататься на лыжах, нужно снег. А его мало еще. Подожди, еще мало снега, мало. Нужно, чтобы... А я тогда тут в квартире буду кататься. В квартире тоже нельзя. Чего нельзя? На лыжах нужно кататься, во-первых, по снегу, так, а во-вторых... Ой, подожди, по снегу или по снегу? По снегу. Я уже запутался с тобой. Запутался вообще со мной. Еще? Подожди, на коньках мне здесь кататься нельзя. Кататься можно на улице там. Да. А на лыжах мне тоже здесь нельзя кататься? Нельзя. Тоже места специальные есть. По снегу кататься где? В парке можно. Специально. В парке? Да. Да. Можно ездить в специальные места, например, где горки. Там специально оборудованы такие вот места. Там катаются на сноубордах еще. А знаешь ты, Жорик, я видел, что вот иногда вот там катаются на лыжах с больших трамплинов. Да. Мальчик катался и упал. Вот это плохо, потому что мальчикам нельзя кататься. Наверное, не надо только спортсменам идти на эти трамплины. Да, специально подготовили. Да, ребята, не надо идти на трамплины. А, тогда я знаю, что Жорик, ребята, на лыжах можно кататься зимой. И на этих, на коньках. Да. Пойду тогда санки возьму, буду тогда санки кататься. И на санках нельзя тоже по квартире кататься. Ничего нельзя, ничего делать. Тоже в квартире нет снега. Подожди, на коньках нельзя, на лыжах нельзя. Конечно. А вот на санках. Нельзя. Вот смотри, ворона полетела. А вот на санках. Стой. Нельзя на санках тоже кататься. Хорошо. А где кататься на санках? Опять же, с горок. Специальные есть горки. Вот в парках горки есть. Можно выходить возле дома кататься, если снега много, с родителями. Вот. Запомнил? Ребята, запомнили? Запомнили? На коньках можно кататься. На улице. На залитых коньках. В ледовом дворце. Да. Там же можно кататься. На лыжах, на улице. В парках. Да, на горках. На горках. Да. И так же можно кататься на улице на санках. Все, родители вас на санках. Да. Это здорово, знаете почему? Потому что вы будете всегда здоровые. Закаленными. Закаленные, свежий воздух. Ой. Что-то, я уже так спать захотел, пошли мультфильм смотреть. Давай мультфильм смотреть. Ой, правда неудобно на коньках как-то по комнате ходить. Давай. Вот. Держи карту. Я сниму их обязательно. Снимешь сейчас и спать кинешь. Да, спать.